Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Сергей Безруков стал жертвой мошенников. В этом актер признался на своей странице в Инстаграме. Как только Безруков узнал, что на его имени наживаются недобросовестные граждане, он сделал видеообращение. В сети была создана фейковая страница артиста. Он якобы собирал деньги на лечение больных детей. Мошенники наживались на доверчивых людях, используя имя знаменитости. Безруков утверждает, что он не занимается сбором средств. Он призывает своих поклонников к внимательности. Актер уверен, что злоумышленники получат по заслугам. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!